вас как команду, да, Виталий Викторович нам расскажет, как вы вся подготовка, как прошли первые игры на кубах, что ожидается. Вами рассказывают о коллективе в команде, судя по новички, как они прижились и так далее. Я сейчас все расскажу про вам, про городской наш шаг, что у нас ожидается и так далее. Вот, и поэтому, если начинаем мы с нашего сомнительного чемпионата, то могу вам сказать, что у нас 26-27 заканчивается чемпионат Белотобольска по мини-футболу, в котором участвовало 35 команд в трех группах. И поэтому мы 28-го подведем итоги, соберем 30 команд и утвердим те результаты, которые были сыграны в уходящем сезоне. Определим там лучших номинатов. И 2 числа у нас на третий футбольный сезон состоится торжественное награждение победы сезона. Ну и в этом году очень большой расширенный сезон предстоит в городе, футбольный сезон предстоит в городе Тобольске. По проведению массовых соревнований не только городских, областных, но и российских. И поэтому сегодня создается, делается программа для того, чтобы сегодня эти соревнования в Тобольске прошли достаточно на хорошем уровне. Они всегда, я считаю, проходят на хорошем уровне. И поэтому сегодня, как я уже сказал, в преддверии наших турниров мы будем проводить совещание. Ну, начну с того, что у нас запланировано, это первое соревнование городского масштаба. 2 мая мы будем проводить очередной турнир. Такой турнир был точно побегать в сезоне, но прежде всего посмотреть потенциал игроков. Почему? Потому что в этом году из приглашенных, вновь приглашенных ребят привели больше 1 человека, это 4 из немножко игр в Томске. Кто-то игроки в Томском РФПШ, команда, которая испытала там на остальные 5 человек, это ребята, воспитанники Тобольского футбола, это Абас Апостин, Кустакин Александр Бадонов, Влад Байзитов, Кустак, и Абшанатов Курбан. В принципе, эти молодые ребята, которые нужно будет доказывать, и за которых мы, конечно, получить какой-то выбор будем в защиту, которую мы не хотели бы, чтобы они играли не с помимо. Ответ на игра у нас с Кимиром, пожилой продюсером, Кучером, продюсером, Гасей Вячеслав, Кимиром, почему? Потому что активы, то есть у нас не будет такого. Поэтому пришли к этому решению, что мы говорим с Кимиром, мы всегда придем так. То, что касается начала сезона, первый уровень проводим на выезде с Петербурга, с Уралом, с Дубном, 29 апреля, и 10 мая мы приглашаем всех болельщиков к нам на стадион в 6 часов. Мы говорили, что игры будут проходить в 6 часов. 18.00, 6 часов вечера. То, что будет встречаться с командой «Хоккейск», новой командой. И то, что касается состава. Как они называются? Метап. Они называются Метап. По составу участников.